орталықта Нұрсұлтан қаласында үкіметтің алдында қоюымыз керек. Қайма себебі өзіміз жергілікті әкімшіліктен шешуіміз керек. Соның бәрін сіздермен сұхбаттасып, әңгімелесіп сөйтіп кездесуге келдім. Жағдайларыңыз қандай? Қазір мына енді уақыт мынандай не оңай емес қой. Мына коронавируспен байланысты біраз кризистер болып жатыр. Енді соның бәрін осылай сіздермен көзбе көз кездесіп сұхбаттасып сөйлесіп сол үшін келіп отырмын. Онда сөз өздеріңізде. Да. Коллеги, ну вот то, что мы ожидали встречу, сразу скажу, мы ее не режиссировали. По нашему правилу, вы знаете, мы чиновникам слова не даем. И сегодня просто слушаем. Слушаем вас по всем проблемам. Я, Нурлан Должанович, вот даже на взгляд здесь смотрю, сейчас начну просто говорить. Вы вот как мы ехали, мы не объясняли. Говорите сами. Я просто беру на некоторые слова, вот если Иласхан Ага, Жаке, ваши вопросы, 4 таких письма, если не получится что-то говорить, они на особом контроле. То есть мы возьмем, полностью распишем в ручном режиме.